Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, коробка с нитками, King on Fire, Карыч, как всегда, очень много подписчиков, пацаны, поздоровайтесь. Здорово. Привет. Сегодня мы играем очень классной карте, называется Балди, и будем убегать от монстров Хендерсона. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Пацаны, давайте, все просили, чтобы мы заспамили вот этих чили-пиздрих с ножичками. Поэтому, ребята, все, что вы просите, мы будем делать. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Так, пока они бегут, я увеличу лимит на NPC. А, уже? Уже. Хорошо, хорошо, давайте быстрее увеличим лимит на NPC. Так, вот так. А, у меня скин Among Us. А мы бегаем, скачем. Опа. Я слышу, как кто-то замочканулся. А мы просто будем гулять. Оп, я вижу. Зачем ты их сюда ведешь? Не-не-не-не-не, она телепортируется. Чтобы она не убила, надо просто сюда бы не хопить и идти прямо. Тогда она тебя не сможет убить. Надеюсь на это. Давайте проверим, моя тактика верна или нет. Уже чикает ножичком. Наверное, не верна. Как она достает так быстро? О, телепортировалась. Видели? Видели? Ах ты, чили-пиздриха злая. Давай, давай, от нее не убежишь. Че, пацаны, вы где? Давай, разбегаемся. Разбегаемся. Карыч, мне тебя жалко. Мы тоже замочили. Так, давайте от других монстров поубегаем. У нас их очень много. Давайте от этих лилипутиков, они очень смешные. Пацаны, пацаны, толпа лилипутов. Все, сколько там у нас? 25 NPC. О, пошел. Что он будет делать? О! Ого, он с одного раза убивает. Прикольно, и пошел. Сильные лилипуты, однако. Да. Они ваншотят. Ты видишь, что они делают? Психи какие-то. Но при этом они медленные. Эй, ты не убивай меня, я свой. О, дверь закрыта, успешно. Папайрус так ходит, думает, что вы хотите от меня, мужики? Не, они не интересные. Я хочу, чтобы было жестче. Они умные, они двери открывают. Да, а, кстати, эти монстры Хендерсона, они все какие-то очень умные. Как насчет паука-убийцы? Да, это жестко. Да, давайте еще и другого паука поставим. У нас есть такой паук, есть такой. О. Сожрали, отлично. У него скромник телепается. Танцую, танцую, я чамбу. Ля-ля-ля. Прикольно танцует, мне нравится. Давай, давай, ты сможешь. За гулей охотится. Так, интересно, они придут сюда, откроют калитку. А, их всего двое. Давайте еще добавим. А давайте поставим. Камень. Нет, каменный дотик очень мощный. Давайте поставим. О! В друг друге, да, поставил? Молодец. Так, их надо рассоединить. Давайте заново. Так. Шпоньк. Эй, я твой же, я твой создатель, не мочи меня. Так, стоп, солнце, не заготовлено у вас? Да, это не та команда. Отлично. Я родился. Пацаны, ну чё, где они? Я слышу какие-то звуки, открываю. Эй! Слышь, псих, отвали. Ого! Чё это за звук? Это они издают такой звук? Когда мочат или что это? Давайте проверим, он сюда сможет дойти? Он сможет. Я испугался. Во, а тут ты меня не убьешь. Добавили звук. Слышите, когда дамажит, звук идет прикольный. Эй, трупейшн летающий. Он дверь открывает. Бошку тебе стреляю. Ладно, пошли. Прыгнет, не прыгнет? Молодец, прыгнул. Сюда достанет? Не достает везде. Какой-то вообще неадекватный, помогите. Пацаны, вы где? Я вам веду одного тут добряка. Это вообще трупейшн акула валяется. Вставай. На работу, Иржан. Привет, а зачем ты его ведешь сюда? Эй, везде они.
А что за звук? Это кто-то ногой двери открывает, наверное. Эй, на тебе, там сюрприз бежит. А, его нету. А, нет, он есть, он есть. Ха-ха-ха, бегите, глупцы. Давай сюда, сюда, быстрее, быстрее, быстрее. Так, я пробежал. Все, он сюда не пройдет. Он не догадает. Блин, он догадался. Вот жопа. Я буду вокруг столов бегать от него. Убил. Убил. Фух, он на меня не переключился. Да зачем? Зачем ты его сюда ведешь, этого жопу? Эй! Эй, вокруг стола буду убегать до посинения. Я тебе не дамся живым. Помогите! Помогите! Блин, я запутался, когда один остается, я сразу начинаю нервничать. Сильно. Прошел мимо. Блин, они двери открывают и закрывают. Это нечестно. Эй, пошел, пошел, пошел. Сюда. Сюда. Пацаны, заходите все в комнату. Будем выглядывать их. А он так не достанет. Стол большой. Он не достанет сюда. А где вы? Вот мы в комнате. Слышите? Звук конченый издает. Значит, он идет к нам. Приближается. Вот он. Давайте проверим, достанет или нет. Они вдвоем хотят зайти. А, зашли. Зря ты это сделал. А, нет. Ого, ты видел, что он зачудил? А, они... Ах ты жопа. Они меня не убивают. А, нет. Не под столом. Блин. Они везде, да, достают? Очень прикольные минстры. Кто у нас тут еще есть такой челепист? Челепиздрик какой-то. На меня сразу. Че, он будет ходить по этому? А, он стоит, он застрял. Хорошо, давайте на улице его поставим. Эй, курича ноги, вот вали. А, не может, слава богу, он сильно высокий. Так, давайте еще поставим каменного. Не, он очень, эти монстры реально крутые. Тем более этот ТПХЦ может, от него никто не уйдет. Че, пацаны, выживаете? Сыкотно. Ой, я вспомнил, мне надо хлеба купить. Сюда идет еще парочку. На улице большие монстры ждут, так что, ребята, прошу на улицу. Встреча состоится успешно. Папайрус, папайрус. Все сюда, все сюда. Встречаемся, знаете где? Возле батута. Я туда иду. Ого, а что он тут до сих пор стоит и не тпхнулся? О! Может, может, но не тпхается почему. О, тпхнулся. Где? Где, 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 где? Эй, жлобогокс! Отвали от меня, я чужой, ой, я с добрый. Фух, он сюда не может зайти. И тпхнуться сюда не сможет. Ура. Он на машинке ездит. Да? Это не поможет. Че, пацаны, может давайте оружку будем использовать? Сейчас я их поставлю, сделаем войну. Готовьтесь, сейчас будет очень жестко. Кого же поставить? А сколько? Летучий... Не, давайте поставим. А кто у нас, помню, мощный был? Может, курицу? Пошла жара. Я убил... Давайте проверим, дамажит она или не дамажит. О, с одного раза дамажит. Нифига себе. Бешеная курица. Кингдом Файр мочит, Карыч мочит, все пацаны их мочат. И я иду мочить. А ну иди сюда, курица вонючая. Да, такую курицу я бы не хотел в реальной жизни встретить, с одного раза мочит. Разлетаются в разные стороны, да, кишки из жопы? Все? Всех убили? Вот они, на батуте. Эй, я их боюсь. Ого, они крутятся. Отвали, курица! Ого, трупейшн разлетается. Хорошо, война была пройдена успешно. Война, волна следующая. Ну, конечно, будет пожестче. Не знаю, как пацаны протянут такую волну, не затянут. А, я помню, если их поставлю много штук, мы залагает игра у нас. Бензопилисты вход.
потихоньку. Ух ты, сразу пошел. Отстань от меня. Ого, сука, здесь пауков. Они позастревали, их наставил фиг знает как. Или они сами прыгали и застряли. Они вообще убиваются? Да, наверное, убиваются. А может и не убиваются. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, пошел. Пацаны стоят, просто сливаются. Хотите, я вам помогу? Сейчас. Прощайте. А их не убило. Готовы к плану Б? А что за план Б? Вот такой. Ух ты, а их не убило. Я знаю, короче, этот пак, я покажу сейчас, ничего не взрывайте. Окей. Есть у меня пак, который их убивает. Все знают это. Даже дети. Эй, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!